А как вам такой огородик? А? Возвращаясь с набережной и проходя по, не знаю, тут даже только трасса есть, поблизости вообще никаких домов нету, я наткнулся на такой вот огород. Ну, не знаю, где ближайшие дома. Значит, здесь, в этом огороде, растут, причем кто-то их культурно разводит. Вот перчики. Вот такие перчики. Смотрите. Салаты различные. Вот салаты. А это у нас мята, наверное. Лук. Вот салаты. Еще какие-то салаты. Снова мята. Баклажаны. А, это баклажаны. Снова лук. Вот баклажаны. Какой-то житель городской приезжает сюда и выращивает для своих нужд или на продажу. Вот еще какой-то тыква, наверное. Вон там тыква. И выращивает здесь зелень. Возможности выращивать в городе у него нету. Я вас сейчас покажу, что здесь поблизости никого. Вот там здание. Вот там где-то далеко здание. Кругом нету никого и ничего такого, что могло бы выдать то, что здесь кто-то проживает. Возможно, здесь это выращивает какой-нибудь местный бомж. Кстати, я их видел. Они встречаются здесь. Сейчас я пойду сорву один перчик на пробу.